Народ, всем огромный привет! Воскресенье, работаем. Там мне писали, воскресенье молитвенный день, а ты работаешь. Ну, ребят, надо работать. Тем более погодка всех сбила полностью. Не успеваем. Уже 16 мая, а мы еще никак не отсеемся. Отцепил. Опрыскиватель. Подцепил севалку. Поехал в другое село. Посеял люцерну, суданку. Короче, разнотравье. Сейчас севалкой еду в бригаду. Отцеплю севалочку, подцеплю культиватор и буду дальше культивировать. Хочу, мне по кайфу. Обстановка по кайфу. Все, подцепил культиватор, еду на поле. Там он, смотрю, дядь Ваня стоит, сеет с правой стороны. Вот. Потужный. Работает. Т-170. А, его так не видно. С фонарями, наверное, темно ему. Темно дышать. Ну, смотрю, культивирует диагональ. Ну, это кто-то, чей-то кусок. Я их не знаю. А мне вот. На мачтах и вот на вот здесь тоже, вот это поле, тоже потом нужно будет закультивировать. На культиваторе вроде бы все на месте. Пробежался, посмотрел, и вроде как бы все нормально. Ни трещин, ничего не поломано. Ну, а там будет видно. На мачтах можно поймать в земле все, что угодно. Блин. Главное, чтобы ничего не оторвать. Раньше была балка, проходила вода. Вот здесь труба вот там. Все. Все пересохло. Ага, вот. Т-170 работает. Блин, классный трактор. Я на таком работал. Передок на рессорах, задница получается тоже на осях, ну то есть независимо от передка, ну то есть, блин, он мягкий, короче, он мягкий, ну да не могу, на нем работаешь, блин, какой на марке едешь себе спокойно, качает так слева направо, а так, ну, весьма мягкий. Так, кто-то здесь уже что-то делал, зарывал. Ну что, заканчиваю. В принципе, осталось дойти туда, вот узенькая полосочка. Ну это где-то примерно такая же с той стороны. Ну а народ, тут краем твою дивизию. Это с каждой стороны, с той стороны, стойки с этой стороны. Нужно края разделать, хотя бы в один круг. А тут их летит холодить. Но это все да ничего. Когда я заезжаю брызгать, о, у меня аж крылья не проходят. И вот это вот в одну сторону. Разлаживаешься, слаживаешься. И вот так вот, как каждая мачта, когда прохожу, постоянно. Ну, естественно же, назад возвращаясь, и та же самая история. Но, тем не менее, зато быстро. Туда-назад, и все. Так, поужинали. Приезжал агроном, привозил кушать. Переехал на 5 гектар следующее. Вон, там. Там я был, на тех мачтах, теперь сюда переехал. Ну, здесь тоже закрутить. И агроном сказал, можешь быть свободен. Все, закончил. Огородик. Культиватор почистил. Все, можно смело ехать домой. Высоковольтные провода аж трещат. Не знаю, слышно будет вам, не слышно, но трещат хорошо. Красотень.
природка, да, какая хорошая. Так, ладно, друзья. На сегодня я закончил работать. Так что, как-то так. До завтра. Бац, и новый день. Но я же говорил, что завтра буду перецепляться на опрыскиватель. Так оно и произошло. Будем говорить так. Ванек младший посеял. Насеял огороды. Теперь их нужно забрызгать до дождя. Так, меня уже смотрю. Я смотрю, что меня высматривают. Ну, сегодня, по всей видимости, будем целый день брызгать. Нужно забрызгать огороды, а потом переезжать на поля. Почему я не четкий пацик получил? Четкий пацик. Так, ну вот не знаю, вроде как и закончил огороды, но сейчас буду звонить агроному, пускай рассказывает, куда, что, да как. Отправил меня агроном еще на 5 гектар, хоть один большой кусок на сегодня. И опять дальше на огороды. Блин, а уже жрать охота. Ну это скоро обед, так что. Ненадолго. Увидел только, что проехали полицейские. У меня все подключено, ближние работают, стопы, повороты, габариты, все горит. А посмотрим, остановят, не остановят. Если остановят, увидим, какой будет разговор. Если не остановят, ну, знаешь, молодцы, не увидели никакого нарушения. Левая, нога левая болит. Огороды, огороды. Видели, какие там завороты. И в каждую дырку нужно залезть. Вот так вот. Ну, на сегодня пока что огороды закончил. Теперь переезжаю
13 гектар, потом 4 гектара. Ну а туда дальше видно будет, потому что агроном темная личность. Все не спросишь, не расскажешь. Хоть дави его, хоть выдавливай. Будет молчать, как партизан. Так, встал под заправку. Вот, 13 гектар. Потом там чей-то кусок чернеет. Потом еще один чернеет чей-то. И за пшеничкой там 4 гектара еще наших. Забрызгаю, и потом буду опять звонить до агронома и спрашивать, что дальше делать. Все, и здесь закончил. Позвонил до агронома. Еду дальше. Там, где вчера культивировал на мачтах, только треугольник. Ну и потом второй кусок, где дядя Ваня сеял. Я так понимаю, по длинным, по мачтам еще не досеяно. Ну-то я и попросил агронома тот кусок, желательно с утреца, так как у меня колено потом выскакивает. Ну не колено, а мениск коленя. Начинает сильно болеть. А так с утреца хоть не так. Потому что там получается 8 пролетов. Вроде как бы, да? Это разложиться, доехать до матч, сложиться, переехать, разложиться. Ну, получается, вот если посчитать, примерно где-то 30 раз придется сложиться и разложиться только в одну сторону. Почему 30? Потому что вначале я только разлаживаюсь и еду к следующему пролету мачты. Ну а в конце, естественно, я не слаживаюсь, то есть разворачиваюсь и опять возвращаюсь к пролету. И опять 25. Так что вот как-то так. Так, встал в позу под заправку. Вот я не знаю. Заправщики или идиоты, блин, или, ну, у меня слов нету. Короче, они поехали вон туда, на 15 гектар. Вот возле лесополосы. Там КамАЗ стоит. Видят, что кручусь на этом куске. Не. Надо стоять до последнего, пока я не стану в позу под заправку. Теперь пока накачает воздух КамАЗ, пока приедет это время. Ну давайте, ребята, тяните время. До утра еще далеко. И вот это постоянно вот такая вот. Ой, не знаю. Ванек сеет вот там на мачтах. Ну, уже его не видно, он там спрятался как раз за... А вот-вот, выскакивает, вот видно его. Ванек засеет. Ну, не знаю, буду завтра брызгать или нет, потому что вроде как опять буду пересыпаться на культиватор. Так, друзья, осталось только 14 гектар за сегодня сделать, и все. И агроном сказал, можешь быть свободен, как резинка на трусах. Ванек закончил. Блин, ребята, ну вот, помыл. Вот и стекла. А боковые остались, задние помыл. Вот это боковое осталось. Блин, закончилась жижа. Ванек закончил, только что с ним разъехались. Я сюда, он отсюда. Вот. Когда ужинали, просил у агронома, чтобы завтра с утреца заехать, это все дело быстренько забрызгать. Ну как быстренько, как будет. Нет, отцеплять опрыскиватель, брызгалочка, кормилица. Подцеплять мажару, отвезти ребятам мажару, приехать в бригаду, подцеплять культиватор и огородики, мои огородики. Блин, скоро начнут сниться. Кошмар нам сне. Ладно, харе ля-ля. Я поехал работать.
Респиратор новенький. Начальство подогнало. Но старенький я не выбросил. На всякий пожарный. Вот когда перевозили пшеницу, я брал тот старенький респиратор. Он нигде не пропускает, нигде не потрескался. С самых фильтров запаха ядов не слышно. Так что вот как-то так. Все, ладно, хары-ля-ля, я поехал. Все, народ, закончил. Не 14, 15 гектар здесь. Во. Оговорился. Все, закончил работать. Можно смело ставить трактор. Спокойной ночи. И часа домой. Позвонила супруга. Машинка стиральная. Не хочет сливать воду. Походу клапан забился. Такие вот дела. Ну, народ. Кому было интересно, лайки ставим, на канал подписываемся. У меня на этом все. Любви, здоровья, добра. Всем пока.